Только что купленный Марк влетел в Лейра на объездной. Автомобиль Toyota Mark II движется по объездной седан Капотрокол со стороны низководного моста в сторону Снеговой Пади. По словам его молодого хозяина, скорость машины была сравнительно невелика. Однако ее хватило для того, чтобы Марк перестал слушаться руля и резко ушел в Лейра. На подъеме занесло, ехал где-то 60, поймал сначала левый левее, ну и занесло, там вывалил, вот только молодой разбил и все. Машина насколько серьезно пострадала, по вашему мнению? Не знаю, она тысяч, наверное, 100 встанет, ему 70. И сам не видишь? Нет, надо эвакуатор вызывать. Ремонт никак не входил в планы хозяина Марка, ну хотя бы потому, что машина была куплена лишь днем раньше и в день аварии поставлена на учет и застрахована. Но эти предосторожности едва ли окажутся полезными. Машина попала в аварию в одиночестве и исключительно по своей вине. А значит, никто не будет возмещать ущерб. А он, судя по всему, немалый. Ударилась машина о Лейра дважды, обеими сторонами. Радиатор потек, решетка разбита, кузов повело. Одна надежда, что не пострадал двигатель. Машина уедет с места аварии в кузове эвакуатора.